А вы играете? Что могу сказать? Не хватило сил нам в конце. В принципе, первый тайм очень тяжело начали, минут 10, потом вроде пришли в себя, заиграли, наладили, пропустили гол. Во втором тайме кое-какие перестановки сделали, сравняли счет. Я думаю, по игре это закономерно было бы, по этой игре ничей не результат, потому что если бы не наше, у нас не удаление, я думаю, мы не должны были это проигрывать. То, что у нас сил не хватило, то, что мы поздно начали готовиться, сейчас только через игры будем набирать, потому что очень поздно у нас началась подготовка. Все это сказалось в конце на состоянии наших футболистов. Будем готовиться к следующему матчу. А по два пенальти? Нет, я пенальти не буду, в принципе, пенальти претензий нет. Что не хватило, чтобы это оставить ничего у себя? Я же говорю, не хватило сил, и в конце вот эта красная карточка у нас повлияла. Если бы у нас не было удаления, а тем более удалили ключевого футболиста, опорного нашего футболиста, игрока, который вот там в обороне помогал сильно. Вот его удалили, вот не хватило, вот это удаление сказалось. И немножко там одну замену немножко неудачно сделали мы последние. То есть, получается, мы играли в меньшинстве, и это сказалось на результате. О трансферах. Вы пригласили свои? Это, как, ну, мы сохранили, кого я хотели. Же говорю, по нашей возможности не позволяли кого-то приобретать. Мы сохранили максимально прошлогодних, кого была возможность, сохранили. Мы по возможности пригласили с первой лиги.